Привет всем. Хочу рассказать, как лечить бурсит. Бурсит, вы сами понимаете, ну кто не знает, это в коленном суставе, вот находится в некоторых точках бурсы. Они воспаляются, вот, провоцируют, ну у кого по-разному, кто-то застудил, там, допустим, бурсы. Вот, у меня сейчас поражение током было, вот, я думаю, и за поражение током бурсит начался. Вот, в итоге я применяю такие препараты, вот Вольтарен свечи на ночь. Так, 100 миллиграмм. Вот. Вольтарен свечи, как бы сказали, надо 20 штук, ну, 20 дней как бы пропивать. Я сначала по 500 миллиграмм, ой, то есть по 50 миллиграмм сначала себе, ну, употреблял их. Вот. И в итоге получается, чувствую, оттягивает, но оттягивает на мало. Вот я сейчас на сотку перешел, у меня сразу ожил, скованность вся пропала. Вот. И еще до кучи я начал употреблять вот такие вот таблеточки. Фромилит. 500 миллиграмм. Там сколько у нас здесь штучек, надо посмотреть. Так, здесь 5 штук. Нет, 7 штук в итоге здесь. Я уже 4 съел, 3 осталось. Вот. Вольтарен свечи, они очень помогают. Вот. Убирает скованность полностью. Не сразу, но в итоге очень облегчает и сразу ощутимо становится то, что, ну, я так понял, то, что они еще как обезболивающие действуют. Вот, с утра натощак я принимаю Амес. Вот. Потом Вольтарен свечи на ночь. Вот. И сразу эффект ощутимый, сразу ощущается. Дальше таблетки после еды один раз в день надо употреблять вот эти антибиотики. Вот. По крайней мере, в том плане, то, что смотрю, у меня сейчас на улучшение пошло очень сильно. Вот. Бурсы у кого как, я не знаю, не проверял, кровь не сдавал, ничего, так наобум начал употреблять эти таблетки. Вот. Что еще хочу сказать? Надо питание свое посмотреть. В том плане то, что спиртное ни в коем случае не употреблять. Эффекта никакого не будет. Ни от таблеток, ни от чего. Улучшение здоровья не будет, даже будет усугубляться. Вот. По питанию, как бы не рекомендовано красное мясо, надо, рекомендуют есть кролика, индейку. Но это дело не ем, но в итоге я как-то на рыбу перешел. И рыбу, кстати, тоже рекомендуют, как бы не всю есть, там какую-то там вареную надо есть, и не всякую еще и есть-то можно. Вот, рекомендуют гречку там кушать, овощи кое-какие там, я уже, честно говоря, не помню, кому интересно, в интернете найдете. Вот. Дальше что у меня? Делаю на ночь компрессы. Все, что делал я, всякие разные компрессы, мне такое ощущение, как будто они вообще мне не помогали. Вот. Сейчас я делаю компрессы, я вам покажу, конечно, не спиртовые, но водочные. Я смачиваю тряпочку, оборачиваю вокруг колена все эти бурсы. Вот. И пищевой пленкой. Можно стрейч-пленкой, вот, обернуть плотно, чтобы, как сказать, ну, не выдыхалось, как бы там оно какой-то там типа парничка было. И в данный момент у меня вот есть эластичные бинты. Я эластичные бинты сверху накручиваю большую такой набалдажник. Вот. И это все дело надо в тепле держать. Как бы рекомендовано полчаса, но я больше полчаса забудусь, такого там 40 минут, могу 1,5 часа. Вот. Ну, у кого как. Он, в принципе, привыкает, там сначала как-то дискомфортно, а потом нормально. Не бойтесь, кожу не сжигает, ничего, все нормально. Не знаю, как вот у женщин, у меня, в принципе, нормально все. Ничего не сожгло, все четко. Вот. Компрессы делаю я уже сейчас четвертый или пятый раз буду делать. Компрессы очень сильно помогают, так что рекомендую я. Вот. Что дальше еще могу сказать? Ну, дальше буду я показывать, как
делаю компресс на ногу. Начинаем делать компресс. Вот я беру тряпочку. Здесь вот спиртное у меня, водка налита в чашке. И чтобы не рекламировать, перелил в чашку. Вот. Смачиваем ее. Во. Дальше. Еще не совсем она намокла. Сейчас она намокнет вся полностью. Во. Дальше. Вот так вот я обматываю вокруг. Бурсы. У кого как, но у меня вот здесь вот, вот сейчас воспаление, если вот увидите, вот она шишечка, вот она бурса еще осталась. Вот, а так у меня и вот здесь воспаление было, и здесь. Вот, сейчас вот сюда перебежала она. Вот. Вот так вот сейчас я ее обмотаю. Вот. И начинаем. Вот у меня в данный момент стрейч-пленка есть. Я вот так делаю. Вокруг ноги. Много мотать не надо. Достаточно. Лишь бы парничок там сделать. Лишнее подтянуть сюда. Так. Берем мы бинты эластичные. Ну как, я эластичные бинты. Можно шарф какой-нибудь, там махеру или еще какой-нибудь. Ну, в принципе, махеру, по-моему, может колоть. Не, дискомфортно будет. Ну, у меня, по крайней мере, вот я наматываю эластичные бинты. Вот. Лучше, конечно, как бы рекомендовано на ночь. А я когда вспомню, тогда и делаю. Ну, и на ночь тоже иной раз. Когда вечером. Вот, сейчас намотаю это дело. Вот. Так. Намотали. У меня еще, конечно, есть магниты. Сустав. Кто знает, понимает, что это такое. Если кто не знает, объясню. Вот здесь вот магниты внутри. Здесь вот магниты. Вот это вот какой-то, не знаю, сделано, как бы говорят, то, что какая-то порода горная, и как бы ее надо заряжать от солнца. Вот. И она как бы вот помогает суставам, там магнитит, там что-то. Ну, в итоге греет обалденно. Это когда такую кожу. Ну, я сейчас в данный момент ее вот сюда вот намотал. Вот, дальше что делаем? Лучше, конечно, лечь и полежать, отдохнуть. Вот, накрыть там чем-то, будет греть, сразу согревательный эффект начнется. Вот, даже иной раз будет и кому-то, может, неприятно, кому-то приятно. Вот. Ну, вот такие вот дела, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Вот, подписывайтесь на канал. Все, всем удачи, не болеть. Пока.